Здравствуйте, мой любимый. Артем Закиров. Ответ, я хочу на себе прийти. Сильный человек. Его же такая. Финал. Финал. Какая категория? Может, 38? 48? А руки? Руками тоже нужно бить. Руками подхватывай больше. Сейчас Закиров дисквалифицирует. Уважаемый судья, спортсмен, красный угол повышает контакт, снимите. Хорошо. Минус 2. Ну, синий угол повышает контакт, снимите. Ну, да. Голос, снятый, первый минус 2. Один. У одного 2, у другого 1. Ну сейчас, ты видишь, снимаем. Thank you.
Ручки он подхватывает. Так, последний раунд. Смотрите, аккуратнее, ребят. Что случилось? Ну? Ты не хочешь своего нее поставить машину? Нее? Так он боксирует. Вот так. Ну, своего выставить второго финала. Против Евдокимова? Набоксируются они уже еще. Набоксируются они еще. Не надо. А своего другого бывает. Кого? Вроде проиграл. Вроде. Ну я сейчас подумаю, хорошо? Тебе скажу. Мысль я твою понял. Ты, если что, последняя пара, да? Да, боксирование предпоследнее. Хорошо. Хорошо. Глеб, побоксировать не хочешь в финале? С Евдокимовым. Там предпоследний парень. Нет, а подожди, не прямо сейчас. Так всего 7. Аккуратненько, Георг. Победа одержал Георг Хакалян. Молодец.